Во Вселенскую родительскую субботу в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга прошли заупокойные богослужения. Божественную литургию и панихиду о всех от века усопших православных христианах возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. В определенные дни года церковь поминает всех усопших отцов и братьев по вере. Совершаемые при этом панихиды называются вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение, вселенскими родительскими субботами. Первая вселенская родительская суббота Месопустная. Она совершается накануне Масленицы за неделю до Великого Поста. Воскресный день перед Сырной Седмицей называется «Неделей о страшном суде». И в преддверии этого воспоминания церковь установила традицию всеобщего поминовения усопших. В этот день в храмах звучат особые молитвы об упокоении всех ушедших в вечность христиан, которые так же, как и живущие на земле, находятся в ожидании страшного суда, но уже не могут самостоятельно изменить свою участь в лучшую сторону. Церковь молится о них, ведь по горячей молитве живых могут быть помилованы и уже перешедшие в мир иной. Я как проводник некий прошу тех сродников, которые поселились в Царстве Небесном, прошу снизойти до моих молитв, помолиться Господу и упросить Его, чтобы Господь помиловал и простил грехи вольные и невольные всем моим сродникам. Я плачу и радуюсь. Слава Богу за все. Во Вселенскую родительскую субботу глава Екатеринбургской митрополии совершил литургию и панихиду в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе. В своем архипастырском слове владыка Кирилл призвал помнить и хранить светлую память о всех тех людях, кто близок и дорог нашему сердцу и никуда не ушел из нашей жизни, и если не физическим, но духовным образом живет в наших сердцах. Царство небесное и вечный покой, и будем всегда помнить о том, что для каждого из нас наступит тоже это вход в жизнь вечную. Храни вас всех Господь!